Вопрос инвалидов в России – это отдельный вопрос. То ли это глобальный вопрос медицины, почему у нас так часто рождаются инвалиды, или вопрос частых войн, или вопрос просто бытовых каких-то сложностей, когда действительно у нас очень большой процент, практически каждый десятый житель России инвалид, то ли по рождению, то ли вследствие боевых участий, то ли просто от того, что врачебная медицина у нас на низком очень качестве. Это огромная проблема. Второе, социальные какие-то моменты для благоприятствования, просто элементарного передвижения и просто какого-то социума, они у нас, я считаю, ничтожных. Их нет. Я знаю, что многие очень люди, инвалиды, бьются, их даже на первый этаж не могут поселить, не говоря просто о квартире, о каких-то удобных пандусах. Если строить пандус, то он почему-то у нас 50 градусов. Люди, ну как можно 50 градусов, чтобы инвалид на коляске спустился? Ну, по крайней мере, чтобы было удобно очень. Лифтоподъемники у нас не работают. В Сочи я специально, когда я участвовал в Олимпиаде, я специально попытался протестировать подъемники в подземный переход для инвалидов. Они просто не работают, они просто не подключены к электричеству. В общем, у нас кошмар полный с инвалидами, и сумма в 50 миллиардов, которые обещаны инвалидов, считаю, что это ничтожное. Когда у нас, простите меня, на некоторые праздники в воздух выкидывается за раз, может быть, даже и больше, чем 50 миллиардов рублей, потому что мы празднуем какой-то праздник, даже, или, допустим, освещается у нас программа, осветить все деревья под Новый год светодиодами, простите меня, какие это средства. 50 миллиардов – это просто мыши могут смеяться, куры кудахтать, ну что это? Ну это правда, потолок смеется над этой суммой, потому что инвалидам надо помогать, инвалидов надо оперировать, инвалидам нужно находить искусственно всякие аппараты для вентиляции легких, нужно, чтобы инвалиды не болели, чтобы инвалидам были прекрасные, красивые, если нет там ноги, не дай бог, чтобы это были прекрасные протезы, чтобы это было все функционально. Ну как, зачем мы выкидываем в небо, в воздух салют? У меня искреннее возмущение, когда бабахает вся Москва, бабахает вся страна, и в воздух такие деньги просто распыляются за несколько секунд, и 50 миллиардов рублей на целый год для инвалидов, которых у нас, простите меня, миллионы, я считаю, что это, такой легкий смешок. Нельзя. Я считаю, что лучше меньше сделать бюджеты на празднование, но, тем не менее, помогать инвалидам. И тем более инвалидам, малышне, малышочкам, которые рождаются изначально уже с какими-то нарушениями. Господи, откажитесь вы, Господи, от праздника, Дня города, и не надо выпускать эти миллиарды в воздух. Помогите лучше детям. Сделайте им хорошие руки, ноги, хорошую печень, почки, сердце, сделайте операции и так далее. Сделайте пластические операции, если нужно. Но ведь это же гораздо важнее.